Улица Советская, дом 12. Это единственный дом на улице, который стоит вдоль дороги. Своей придомовой проезжей части у него нет. Да и с парковкой дела обстоят точно так же. Но местных жителей это никогда не беспокоило. Конечно, им всегда хотелось, чтобы был непосредственный доступ автомобилей к подъездам, но, столкнувшись с нечаянно нагрянувшей проблемой, люди поняли, что раньше они жили как в раю. Люди подъезжают на 10 минут, и, значит, получается, за 10 минут человеку приходит штраф. Штрафы приходят в связи с тем, что по улице Советская теперь курсирует автомобиль с устройством «Паркон», который фиксирует нарушение правил парковки и остановки автомобилей. А если обратить внимание на знаки, то на всем протяжении улицы парковка действительно запрещена. Штраф составляет 1500 рублей. Сделали. Они пошли самым легким путем. Просто не парились. Запретите все. Наше предложение, чтобы вот здесь, как в тех вот домах, было сделано, увеличили парковочную площадку. И с этим вопрос будет решен. Многим жителям уже начинают приходить так называемые письма счастья, штрафы за неправильную парковку. Те, кого пока эта участь миновала, продолжают оставлять свои машины на проезжей части вдоль дома 12. А вот Виктор Киселев от этой привычки отказался. Сумма его штрафов составляет 20 тысяч рублей. Мы намерены их оплатить, но в суд я не знаю. Когда оплатим, уже потом мы ничего не добьемся. В данный момент мы пока сделали паузу, зная о том, что вы к нам сегодня приедете. В связи со сложившейся ситуацией люди паркуют автомобили кто где. Но такая обстановка долго продолжаться не может. И чтобы разобраться в причинах, мы обратились к представителю местной власти. Проблему прокомментировал начальник отдела благоустройства, дорог, транспорта и связи администрации города. Дом, который мы пропустили. Для того, чтобы на самом деле благополучно обеспечить людей какой-то парковкой вдоль дома 12 по улице Советской, если внимательно проедете и посмотрите, знаков запрещающих от Советской 12, от синего магазина до поворота на 5-ю школу, нету запрещающих. Чтобы убедиться в истинности этих слов, мы решили собственными глазами увидеть, что запрещающих парковку знаков на этом участке дороги нет. Людям стоит внимательнее ознакомиться со штрафами. И если будет уверенность, что они зафиксированы именно у дома 12, смело идите в ГАИ и обжалуйте эти штрафы. Юлия Погосян, Евгений Петров, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.